Привет! Привет всем, кто присоединился к нашему эфиру «Песня 21». Ну, как бы все нормально. Я думаю, что меня видно, слышно. Недавно была запущена наша новая программа под названием «Наша сказка». А теперь вот программа для взрослых. Как обычно, сегодня исполняется песня в этой программе, которая исполняется в этой программе. В одной из программ только один раз, никогда не повторяется. Итак, мы уже видим присоединившегося. Александр Добровольский. Александр Добровольский. Здравствуйте, Александр. Виктор Николаев, Симон Маринов. Привет всем. Привет, друзья, привет. Давно не виделись. С нами Ингерманландия. Ясно, это дело. Болгария, Германия, Алекс Лисовский. О, хорошая. Ольга Вершинина. Это Ольга Вершинина. Привет. Маша наша, Пермь присоединилась. Ну, давай. Вот, да. Анна Русина на месте, вижу, Алекс Лисовский. Отлично, отлично, друзья, обнимаем вас. Значит, сразу, пока не забыл, то в конце передачи забуду сказать. Завтра у нас большая передача, программа, посвященная 8 марта. Знаете, какой праздник есть у нас от советских времен, от империи остался. Праздник, обычай такой поздравлять наших дам с весной. В честь чего он образовался, непонятно. Я думаю, что это там какая-то Клара, девственница, насколько я понимаю, Клара, девственница, продавала розы в Люксембурге. И в честь этого, ну, торговала цветами, и в честь этого придумал праздник. Вот. Но все равно праздник-то хороший. Вот в честь завтрашнего праздника у меня будет целая программа с нашим оператором, делаем целую программу, состоящую из песен о любви. Так что вы сейчас прямо можете тык-тык-тык-тык понаписать, каких песен из моего репертуара, естественно, вы хотели бы услышать завтра. Маша Горбач, что ты хочешь завтра услышать к 8 марта? Да. Напиши. Да, Маша, а что ты там ничего не пишешь? Только машешь рукой. Алекс, что для твоей супруги исполнить? Пиши. Да. Лариса. Деньги присылайте куда? Ладно, разберемся. Ну, вот. А песня сегодняшнего дня, друзья. Песня – это пародия на, ну, не, да, пародия, наверное, или вариация на песню Владимира Семеновича Высоцкого «Диалог у телевизора». Конечно, все хорошо знаете. И в интернете... Современный вариант. Современный вариант я нашел, даже не я нашел, а нашла Ирена Марковна Козловская. Принесла как-то на концерт, и это был Алексей Железнов. Да? Вариант Алексея Железнова. Я этот текст немножко подрихтовал, как мне показалось нужно. Вот, Рязанцева на месте. Вот. Приветик. И сделал как бы вот вариант современных Зины и Вани. Валера из Германии с нами. Привет. Deutschland. Guten. Что-то. Abend. Guten Abend. Deutschland. Итак, песня «Диалог». Ага. Заявки уже пошли. Алла Русина уже «Нежного зверя» заказала. И Маргарита. Приятно, когда ты песни знают. Итак, песня на мотив Владимира Семеновича Высоцкого. Мне кажется, очень актуально сейчас. Другого варианта ее специально спеть не будет. Итак. Ой, Ваня давит сыр бульдозером. Канал «Россия» показал. Может, ведущая сморозила, а? Своим неверием глазам. Сказали, Путин дал приказ. КамАЗ «Сыров» сгубили в раз. Прикинь, Иван, целый КамАЗ. Вот, это раз. Послушай, Зин, не трогай Путина. А, каков не есть, а прессик наш. В политике все так запутано. Ты ж ни хрена не понимаешь. То с Украины все сыры. Бандеровские транжиры везут донайские дары, хохлы хитры. Ой, Вань, гляди, солями с Кракова. Сказали,
смотрит, зажигает. Я как увидела, заплакала. Охота жрать, ядрёт мать. А мы их ели, помнишь, Вань? Не то, что ливерные дрянь. Ну чё, отстань, опять отстань. Обидно, Вань. Мы здесь с тобой не в Каталонии. Там за границей все враги. А когда живем без экономии? Молчи и спорить не моги. Нас все хотят поработить, заставить съесть и бросить пить. Как бросить пить? Твою и тетю нас не сломить. Ой, Вань, давит нектаринчики. Не тяжи Богу, закричу. Не то, что в нашем магазинчике. Я хоть попробовать хочу. Гляди, гусят хотят убить. Таких хорошеньких спалить. Ну как с такими вами жить? Пора валить. Уж ты бы лучше помолчала бы. Куда валить? Кто нас возьмет? Меня твои достали жалобы. Я настоящий патриот. В сортире брагом он стоит, в лугах крапива колосит, и телевизор голосит, что Путин сыт. Вот. Наталья, привет. Виталий Мелешко, Надежда Богатова, Лена Гроссу, Светлана Степанова, Валерий Казаков. Привет, друзья. Привет, друзья. Ждем ваших заявок на завтра. Ждем заявок на завтра. Завтра песни исключительно о любви, о природе, о погоде, посвященный празднику Клары Девственницы, которая продавала розы в Люксембурге. Вот. И под эту марку мы вас будем любить, как, в общем-то, и всегда любим. Тех, кто старше, тех, кто младше. Наших родителей, наших детей. Все, на этом все. Пишите, как нас было слышно, видно. Пишите свои заявки. До встречи завтра в это же время. В 21 по Москве. Пока. Пока.